в воздухе хлопочки. Класс, давайте начнем читать наши вопросы. Итак, первый вопрос. Хорошо, мне нравится. Как выглядит любовь на Марсе? Что вы думаете об этом? Как выглядит любовь на Марсе? Есть ли какие-то предположения? Да. Ну, Марс как бы женщина с Венеры, мужчина с Марса, да? То есть по-мужски. То есть там только мужчины занимаются. Нет, я не знаю, чем занимается, но она может выглядеть. Ну да, скорее всего. Да. Мне, конечно, сейчас в подробностях все это прокручивается в голове. Ну ладно. Давайте значит кто-то другой, чем выскажется или другая. Ну, наверное, как стыковка двух марсоходов, мне кажется. Ну да, да. Горячо. На Марсе это горячо. Недолго и больно, потому что там песчаные бури, радиация, все дела. Близко к солнцу. Близко к солнцу. Близко к горячо, солнцу. Горячо. Горячо. Горячо проходит. Говорят, на Марсе горячо. Так, еще есть какие-то варианты? Нет, там. Так. Ну. Кто-то еще что придумал? Придумал? Переходим к следующему, значит. Мне понравился ответ. Давайте похлопаем за наши ответы, пожалуйста. Так. Такой вопрос. Что общего у слов квир и сквирт? Если я правильно. Мне кажется, у них общий набор букв, ну, очень похоже на такой вот. И по звучанию. Как вы думаете? Кто-нибудь может загуглить первое слово? Кто-нибудь может загуглить? И так вам пообъяснить. Расскажешь? Некоторым просто надо оба слова гуглить, у них это общее. Вот ответ общий, это то, что оба слова надо гуглить. А вот у меня ответ такой, что возможно. Может, забудь свой ответ. Возможно. На этом построили целую теорию. Ну да, типа с другой, иной, другая. Не такой, короче, для человека. А сквирт. Да, в общем, да, действительно, никто не знает, что это такое. Многие не знают, что это такое. Мне кажется, не вообще в том, что типа. Второе слово более известное, чем первое, но первое слово происходит чаще, чем.
второго слова не встречала. Еще есть какие-то варианты? Закончим тогда этот вопрос аплодисментами. Такой вопрос. Почему говорят «берегись автомобиля», а не «берегись от автомобиля»? Ведь беречь себя надо от чего-то. Есть какие-то ответы? Простите.
Ну вот, собственно, и там. Так, а что у нас? Есть ли какие-то предположения? Или это уже... Лучше этого ответа быть не может? Тогда давайте похлопаем. Так. Вопрос мне, конечно, не нравится. Ну, в общем, сколько кошек? Егор знает, что я не люблю кошек. Сколько кошек нужно для счастья? 40. 40, 0. Ни одной бездомной. Ни одной бездомной. Смотря сколько сможешь съесть. Да. Даже этот ответ не устроил. Больше, чем 40. Хотя я веган. Все? Не готовы шутить про кошек. Кошки, это же святое. Святое. Давайте похлопаем. Вот вопрос, который я не совсем поняла. Кому нужна семья больше? В скобочках, не брак. Ну, да, непонятно, кому нужна. Непонятно, кому нужен брак какой. Важна. Важна? Угу. Это мне, конечно, нужна. Важна. Так, ну что? Можно рассуждать. Можно рассуждать, да. Но я считаю, что брак там вообще не нужен, как бы, да. И кому нужен. Ну вот семья, как вы думаете? Ребенок. Ну, я как будет называться тем, что ребенку называть семья? Смотри, какая семья. Боря вообще кто-то живет в своей вообще. Вот, это вообще не знаю. Смотри, ребенок без семьи. Возможно, вы не со всеми семьями знакомы. Нет, там написано в скобочках не брак, да? То есть, может быть, не рассматривать мужчину и женщину как семью. Не брак. Это значит, что полноценная обычная семья, а ребенок играет семья. Или мы про сообщение, значит. Ну, имеется в виду, надо неофициально зарегистрированная как бы семья, в принципе. Кому нужна семья больше? Больше? Кому нужна больше семья? Как документы, как связанности? Нет, семья без документов. Я имею в виду ячейка общества, на самом деле. Ага. Так кому больше нужна? Ребенку. Бабушке. У бабушки же есть семья, раз по бабушке. Государство. Да, государство вполне. Какого важнее? Даже может быть больше, чем бабушка. Ашана. Адвокат по наследственным делам. Хотя это брак. Это брак. Кино рассчитано семейная тетя. Так, есть еще варианты? Кто про кошечек не скажет? Я хотел. Спасибо, Митя. Кормить. Какой толстый? Какой фигня? Слово
два из одной записки. Нужно? Научиться слову номер два из второй записки. Тонко. Итак. Что еще нужно? А нужно это как? В смысле, обязан или что? Начинается. Что нужно? Диван нужен, что ли? Диван нужен, по-любому. Диван. Как можно поставить мужчину? Вонять есть диван. Вонять женщину. А у меня ответ такой, что нужно побывать на Марсе. Каждому мужчине нужно. Нет. Да, отсылка к тому вопросу, как секс на Марсе занимается. Нет, он про любовь уже был. Когда? В одном из предыдущих. Был вопрос, как заниматься сексом на Марсе. Не было, есть. Любовь? Сейчас подумают об этом, а заметьте, было другое. Как любят на Марсе, по-моему. Действительно, любовь. Все поняли. Кто? У меня, видимо, это одинаково. Ну так, хорошо, ну, типа, любовь тоже классная. Итак, что нужно мужчине? Главный газончик во дворе. Без него участия. Ну, не знаю, вообще. Дворщик, дворщик. Ну вот совершенно точно, что в России нужно год отслужить в армии. Нет, совершенно бессмысленно. Да, но нужно же. Нужно. Потом как раз и газончики, и снег будет. Ну да, да, да. А там и газончик будет косить. Второе слово. Мало кто понимает, что нужно мужчине. Вы? Наверное, не задавайте вопрос. Не задавайте вопрос. Сколько женщин, никто вообще никакие нормальные варианты не может предложить. Мы не хотим мужчин себя выбирать. Я сложил. Мужчине надо завести муравьев, которые будут выращивать картофель. Молота, я цену. Белорусскому могу помочь? Нет, кажется, это было прикольно. Кажется, всем нужны просто муравьи, которые выращивают картофель, тогда все будут счастливы. Обожаю картошку. Только это не поведу, но выходит. Эксплуатация муравьев? Да. Mm-hmm. Я закрываю это глаз. Так. Ну что ж, больше не знаем, что нужно. Кто с ним? Кто понимает, что это вообще интересно. Давайте похлопаем. Такой вопрос. Правда, что все феминистки американские шпионы? Конечно. Нет, не шпионки. Не шпионки. Это был мой вопрос, и я предполагал такой ответ. Специально написал. Так. Еще варианты есть? Я говорю, да, еще и платят ВСД. Согласна. Так и у себя, я знаю. Итак. Правда ли, что все американские шпионки феминистки? Вот этот вопрос интереснее, спасибо. Так что, все, закончились эти вопросы? Провокационный вопрос. Ну да. Переходим к последнему. Почему я оставила потом? Я вообще не понимаю. Давайте поаплодируем. Итак, вопрос. Почему все
Паканы. 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 Все захрен меня хватали. Потому что привет два раза. А еще раз можно вообще? Я постараюсь, я не понимаю. Лаканы. Почему все лаканы и гватари захрен меня хватали? А у Жака ты ряда. Шел помыть сразу Бендер. На встречу ушел с Лендер. Потому что будет волосы. Ага, это более мне понятно даже. Не тот трек. Так. Серьезно? Серьезно? Вообще, я не понимаю. Подождите, а давайте позвоню русским. Это Жак Лакан? Да. Вообще, это твой комментарий. Так что, все, кто понимали этот вопрос, высказались, да? Тогда, если у нас не нашелся листик с десятым вопросом, не нашелся листик? Тут вот так. А вы просто относили этот вопрос? Да. Ну, в общем. Тогда мы закончили с вопросами, разогревом и все такое. Давайте поаплодируем.